Кстати, да, смотрите, что написано здесь. Скажи нет расизму. Ребята, это очень опасный сектор. Все в зеленых футболках. Смотрите, 450 рублей такая штучка. Даже фанаты Саудовской Аравии уже знают, что это идеально! Ну что, привет, ребята. Это будет выпуск про чемпионат мира по футболу. Про его, точнее, первый матч, матч открытия. Мы получили с папой. Да, с папой, с мамой. Официальные болельщики. Вот мама, фан ID. Да, я тоже официальный болельщик. Мы получили паспорта сегодня. Все довольно просто. Там за полчаса, по-моему, да, мы прошли. Даже быстрее. Короче, в Москве праздничная футбольная атмосфера. Смотрите, мы сейчас рядом с Лужниками. Я тут живу рядом. Вот, и здесь уже все в иностранных в основном болельщиках. Русских людей даже не встретишь. Но их во всяком случае гораздо меньше, чем обычно. Мам, скажи, что ты ждешь от сегодняшнего матча? Ну, наши победы, конечно. Да, а кто будет играть в составе сборной России? Нет, ну спроси у папы. Папа, как ты оцениваешь шансы нашей сборной? Матч называется «Дзюба-Саудовская Аравия». 2-0. Да, мы выиграем? Конечно. Вот, видите, позитивный прогноз. Папа специалист в футболе, поэтому мы точно должны выиграть. Короче, будем вам показывать, что тут происходит. Да, кстати, скажу, какие минусы есть небольшие. Здесь вот я живу в Хамовниках, и здесь везде постоянно теперь пробки такие, потому что перекрыли все. Пап, расскажи, как вы вчера блуждали. Это кошмар. Благодаря только личным документам пропускали. Дороги заблокированы практически везде. Да, то есть вот здесь вот по району, в районе Лужников, сложно передвигаться, много пробок. Ну и вот даже сейчас, видите, сейчас будний день. И уже на подъезде к Лужникам здесь примерно еще километра два, наверное, ехать, и вот уже машины стоят в пробке. Такие минусы, но, конечно, плюсов гораздо больше, потому что все на позитиве. Пока матч не закончился. Кстати, да, смотрите, что написано здесь. Скажи нет расизму на главной стороне. Вот, а здесь сзади правила. Ну, короче, без него точно не пропускают, да. То есть вот билета, самого просто билета недостаточно. Нужен еще вот такой ID. Hi, guys! Hi! Кстати, ребят, самый популярный вопрос у меня был, сколько билеты стоили. Вот я буквально неделю назад спохватился, не было билетов на матч открытия. Мы их все-таки добыли. Я, правда, не знаю, как там, это Стас помощник делал. В итоге у нас цена билета получилась 80 тысяч рублей на одного. То есть 3 билета 240 тысяч рублей. Вот эта бумага 80 тысяч рублей. Но я знаю, что самые дорогие билеты вообще стоят 20 тысяч долларов. Это VIP-ложа, когда там рядом с Путиным лежишь, вот это. И она стоит 20 тысяч долларов, за 30 тысяч долларов перепродают. Я знаю ребят, которые это делают. У него даже сейчас осталось 2 таких билета на финал, на 15 июля. 15.30, начало открытия. Но, в принципе, нет еще людей вообще. Я надеюсь, что стадион будет полный. Вот. Но, конечно, столько европейцев я не видел в Москве никогда. Не только европейцев, да, людей со всего мира. Так. Hello. Hello. Your fan ID and your ticket. Окей. Okay. А, можно по-русски, наверное? Да, можно по-русски. Я думаю, что тоже будет счет 2-0. Победа за нами. Так, друзья, у нас важная информация. Мы совместно с сервисом Руки делаем розыгрыш. Что за сервис Руки? Это сервис для поискового продвижения сайтов. Его создала компания InGate. Это лидер российского диджитал рынка. Если не знаете эту компанию, можете погуглить, они везде в топе. Короче, в сервисе Руки любой человек без специальных знаний может продвинуть свой сайт. Как это работает? Вы регистрируетесь, кладете деньги на баланс, и система сама подбирает вам запросы, которые принесут сайту максимальную посещаемость. Короче, вам остается только нажать на кнопку Play. Ну, хватит о сервисе, давайте о розыгрыше. Мы выберем 5 победителей случайным образом, и они получат полугодовую подписку на бесплатное обслуживание. Специалисты компании Руки будут заниматься продвижением именно вашего сайта абсолютно бесплатно 6 месяцев и показывать все результаты на сайте. Все будет прозрачно, на рынке эта услуга стоит больше 250 тысяч рублей. Специалисты оптимизируют ваш сайт, и он поднимется в выдаче Яндекса и Гугла. И за счет этого вы получите много посетителей сайтов ваших потенциальных клиентов. По сути, это самые дешевые клиенты, потому что вы не тратите деньги на контекстную рекламу или на рекламу в соцсетях. И это предложение офигенное не только для владельцев сайтов, но и для тех, у кого нет сайта. Вы можете сейчас на бесплатном конструкторе
сделать себе быстренько лендинг и передать специалистам руки, и они будут сами заниматься оптимизацией и двигать ваш сайт в поисковую выдачу. Все, что вам нужно, это зарегистрироваться и положить минимальную сумму на баланс. Да, ребят, используйте это новое время, когда можно практически без стартового капитала начать бизнес. Короче, чтобы принять участие в розыгрыше, заходите сейчас по ссылке снизу, регистрируйтесь, и 5 счастливчиков получат бесплатные полгода продвижения. Все остальные уже сейчас могут закинуть минимальный бюджет в сервис руки и смотреть, что из этого получится. Это в любом случае крутая инвестиция. Короче, друзья, для тех, у кого нет бизнеса, сейчас самое время начать. Для тех, у кого есть бизнес, давайте переходить по ссылке внизу. Будьте предпринимателями, зарабатывайте деньги, становитесь счастливыми. Представляете себе, карты MasterCard не принимаются, только Visa. Ну вот, Visa, потому что здесь всех делала. Да, прикиньте, вообще. Все, закупились. Теперь мы настоящие фанаты, 100%. Ребята, там Робби Уильямс поет, это так нечестно вообще. Короче, вот, C235 наконец-то мы нашли. Вот смотрите, 450 рублей такая штучка и 200 все со стаканом. Я думаю, что у нашей сборной есть все шансы на выход из группы как минимум, так что будем болеть вместе. А я пока заточу багет. Игорь, я надеюсь, ты не смотришь, мой тренер Игорь Ким, не смотри, пожалуйста, этот выпуск. Кока-кола с багетом. Это не то, что нужно для дикой заруки. Это 4-0! Это идеально! Они уже поняли, что как бы, здесь заправляют русские. Ребята, посмотрите на эти грустные лица. Если бы я приехал в Саудовскую Аравию, то я бы тоже был. Самый счастливый. Вот это настоящий патриот. Смотрите, даже фанаты Саудовской Аравии уже знают, что сейчас будет 5-0. Excuse me? What do you think about Russian team? Yeah? Is it okay? Yes? Will Russia win this cup? Can Russia win this cup? Obviously. Yeah? Спросим у кого-то на улице. Ребят, как вам матч? Супер! Это было вообще, они молодцы! 2-0.
5-0. Что теперь нас ждет? Теперь нас ждет реальность. Впереди Египта и Уругвая. Там будет реальная проверка. Но что-то... Как Саудовская Аравия проиграла всего 1-2 Италии, непонятно. Они, конечно, стоящие. Но ребят молодцы, дали большой праздник. Ребят, как вам матч? О, как матч? Отлично. Понравилось? Да, мы выиграли. Что будет в следующем матче? Как ты думаешь, кто выиграет? Думаю, что тоже мы. Тоже мы? Мы выйдем из группы? Не думаю. Но если мы выиграем, тогда выйдем. Как тебя зовут? Артемий. Дай 5. Пау. Как вам матч? Шикарно. Да, все понравилось? Что ты хочешь сказать футболистам нашей сборной? Желаю здоровья, чтобы чаще были. Да, спасибо. Дай 5. Давай, пока. Блин, вы посмотрите, какой кайф вообще. Это проезжая часть, все перекрыли. Вот, видите, и толпы людей. А самое приятное в этом, что до моей квартиры тут 10 минут пешком идти. Вот сюда и направо, и там мой дом. Так что прикиньте, как круто, когда ты живешь рядом с лужниками.